Снилась переписка двух влюбленных. Выпускной класс, середина 80-х, одинаковый круглый почерк, один из них снимал копии для меня. Зимние и весенние письма от избытка чувств, летние на каникулах порознь, последняя сентябрьская от нее с объяснением причин разрыва. Ты всегда только о своем, о том, что тебя волнует. Ты писал, как тебе нравятся эстонские джазисты. Я выписала на 3 месяца Эстонию сегодня, чтобы узнать о них хоть немного. Не могло быть такого издания, да еще чтобы там писали о джазе. Ты писал о своей любви к трамваям и троллейбусам. Я не могла с этим ничего сделать. Кажется, ей следовало взять к своему письму эпиграф. О, если бы ты был холоден или горяч. Я хотел бы, чтобы мне писали письма о трамваях и эстонских джазистах, оправдание уходящего, уже все решившего для себя, как-то всегда мимо цели. Я читаю все это в поезде, в пустом плацкарте, и пропускаю свою станцию. Рюкзак застревает в ящике для багажа, и нигде не видать стоп-крана. За окном набирает скорость желтый невыразительный пейзаж. А ведь где-то здесь я должен был встретиться с тобой. Картинка рассыпается, пейзаж уплывает, уходит. И не подкрутить верниеры. Время проснуться. У соседей в телевизоре улица Сезам ломит шею и грудь. То ли от позавчерашних засосов, то ли от начинающегося гриппа. Никогда, уже никогда мне не будет 17.